А, кстати, я тут недавно обнаружил, что я, наверное, самый богатый человек в инвалидной вот этой вот истории. Нет? Ларри Флинт. А Флинт? Не знаю, не... Надо посмотреть, кстати. По ты, кстати, знаком с ним? Нет, не знаком. А как, кстати, вы сейчас свое состояние оцените? Как вы... Ну как, про бизнес-секрет. У меня состояние по-прежнему агрессивного, авангардного, так сказать. Ну, конечно. Нет, состояние в деньгах, в нулях. В нулях, но они меня дисконтировали в два раза в Форбсе, написали миллиард, на самом деле два. Вот, собственно, и все состояние. Дальше действовать.